Всем привет, с вами Вайн. Как вы знаете, вчера у меня был стрим, на который пришли даже очень много старичков. Всем вам был рад, ребята. Было очень круто. Я весь стрим не мог насытиться игрой, просто тут столько всего, столько нового, столько нового дизайна, столько переделанного. Ну, переделанного, конечно, меньше, но очень много нового дизайна. Мне очень все понравилось. В общем, сегодня я поделюсь своими впечатлениями. Кому интересно, можете посмотреть, кому не интересно, ну, можете скипать. Что ж, не буду томить, погнали. Так, ну и сперва, наверное, то, что мне понравилось, это вкладки «Друзья», то есть немножко редизайнули, теперь более это все приятно смотрится, красивенько, прикольненько, классненько. Также добавили кросс-сервер, ну, это вы все без меня знаете, это я лошара, я не играю в игре. В общем, дальше руны заходим, вот руны, это что-то с чем-то, это очень классно сделано. Вот тут особенно так красиво, то есть... Вода, огонь, зелень. Ого, я не могу, это очень красиво. То есть получается теперь мы аукс-руны крафтить не можем. Forge, да, аукс-руны мы скрафтить не можем. И у нас тут есть вот такая вот дорожка, где у нас... Давайте я буду моим языком объяснять. Энергия, так скажем. И за эту энергию вы можете ставить себе руны. То есть, например, у меня энергии хватает практически на... Нет, да, у меня энергии хватает на все восьмерки и вот две девятки. То есть, если хочу еще одну девятку, например, тут сделать, то есть вот плюсик нажать, то у меня не хватает энергии. Мне нужно 884 736, а у меня как бы 786 тысяч. Но вы же знаете, что я как бы не бомж. Я вернулся все-таки богатым. Если мы зайдем сюда и... Так. Во, нашел. У меня с рун, когда у меня были аукс-рун-шарды, помните? Хотя нет, вы не помните, это, наверное, Ева помнит. Мы с ним в Дискорд сидели. У меня было 60 тысяч аукс-рун-шардов. Он сказал, пока что копи. Я так и сделал, я хотел накопить 100 тысяч, 200 тысяч, 300 тысяч. Но... Нет, не успел, не получилось. Теперь у нас какие-то сферы. Элементарный... Бриз-пак. Хорошо. У меня их... 92 тысячи. То есть, если мы сейчас возьмем в астрал, я там это заметил. Например, сюда и сюда. Вот. А мы можем купить на косарик 13 тысяч. Хотя нет. Это достаточно так много. Я думал, там намного меньше. Так. А где? Металл. В общем, у меня 92 тысячи. Я нажимаю уси. Я нажимаю на зеленку. Нажимаю максимум. И просто 92 тысячи лутаю. Вот. Представьте, давайте я этот скриншот пока поделаю. И плюс 92 тысячи залетает нам туды. Ну-ка, да, я согласен, 92 тысячи забрать. Отлично. Теперь заходим в рун, заходим в Forge, заходим в Wood. И просто нажимаю на вот эту штучку. Да, у меня 884 тысячи стало. И 919 тысяч, блин, уже запинаюсь. Да ну как, 983 тысячи нужно, 884 тысячи, седьмая руна. А где? А где мне еще что-то убрать, например? А, девятая на деф стоит, я вас понял. Да, на деф. Конфиг на восьмой сделаем. Усё, теперь восьмерочку на девяточку. Отлично, спасибо, Ева, что объяснил, как это работает. Вроде я понял все правильно. Теперь у меня три руны на крит-дэмэдж, ой, не крит-дэмэдж, а вот атаку. Девятые. Что мне еще понравилось? А это профили. Такс. Ну, вы это, конечно, все знаете, но я просто поделюсь своими впечатлениями, кто не знает. В общем, теперь у нас доступны руны здесь. Они как бы так были доступны, я не помню, но в них еще доступны кор-руны. Сохраняются кор-руны, недоступны, сохраняются. То есть, если раньше тебе нужно было, например, ты хочешь перейти с, допустим, священника на ниндзю, ты должен у священника все кор-руны снять, пойти на ниндзю и там уже их ходить. То есть они не сохранялись. Или наоборот. С ниндзю сразу там и снять, и одеть сразу же. Но тут они сохраняются. Все, теперь это такой кайф, столько трудностей ушло. Дальше еще сохраняются, как они... Маджик, как эти назывались? Я забыл. Гирс Астрала, вот, вспомнил. Сохраняются также питомцы, сохраняются... не созвездие, как... Сохраняется астролобия, блин, я уже все забыл. И сол-орбы также сохраняются. Например, у меня сейчас Андромалиус практически. Ну и сол-пауэр тоже сохранится. То есть очень-очень удобно сделали. Давайте также перейдем сейчас на ниндзю.
Вот он, собственно, мой ниндзя. Мы нажимаем профиль, мы нажимаем сюды, мы нажимаем, например, фуфур, такс, экиюб. Все, как вы смотрите, руны заходим. Ой, экспресс приглашает, пожалуйста, подожди. Сюда заходим. А, видите, тут не сохранилось то, что я сделал недавно. Получается, сюда плюсик нажмем. Конфим, все, отлично. Да подожди. О, все. В общем, это очень удобно, прям очень. Все, больше никаких запарок при смене класса не будет. Также, ребята, я решил собрать новый билд, а это фуфур ниндзя. Он очень классный, мне он очень понравился. Даже давайте с скилл трио зайдемся. В общем, его атака — это что-то с чем-то. Я могу просто взять. Просто я не знаю, он очень красив. А также его... Ой, как... какие эффекты, как все классно, как красиво. О, это очень круто. В общем, поэтому я решил его собрать только из-за красоты. Шучу, нет, конечно. Но из-за красоты тоже. Так что мы вчера вместе с ребятами сидели в Дискорде, и я там выбил целых 3 пушки. Нет, 2 пушки я выбил, и одну забрал с грантового сундука. Во. В общем, было прикольно. Я думал, с моей удачей, и многие думали то, что мне нифига ничего не выпадет. Максимум на сотке одна пушечка. Но нет, целых 3 залутал. Было очень классно. Ева прям ванганул. Как сказал, 2 из 60 круток выпадет. Так и выпало, капец. Я только на монтаже заметил то, что он так сказал. А, ну еще кое-что заметил. То, что у меня реально был такой отвратительный звук на протяжении всего войса. Серьезно? Не знаю, как вы меня там слушали. Я ставлю... Ты одну крутанул, ему нужно крутануть еще 6. Я ставлю 2 пушки. За эти 60 еще 2 ему выпадет. Я буду реалистом, ему выпадет на сотой. Ну, блин, 100 крутить, не знаю, будет ли. У-ху-ху, есть. Это, о, нормально. И тут у нас выпадает сколько? Это с какой 40-й получается? Да, раз, это четвертый десяток. Это. О, ой-ой-ой-ой-ой. Да. Да. Моя ставка сыграла. Я же сказал, 2 выпадет за эти 60 круток. Но немножко мне не повезло с рефайнами, вот. Только крит дэмэдж. У меня было 59 шардов, 59 карл. Когда-то моя удача мне улыбнулась, и я с 10 шардов, что ли, заролил в селеге. А тут с 59 у меня не получилось сделать хотя бы эпики нормальные. Да, я говорю, моя школа. А мир красава, это вот моя школа, оно, то самое. Но ничего, давайте прямо сейчас тогда это и сделаем. Рефайн, блочим. Мне еще очень сильно понравилось Soul Orb. То есть, раньше, например, у нас был только стол, теперь кроссел, красивая. Эми, Андромалиус. И новый дизайн, то есть все очень стало приятно, все хорошо, видно, красиво, в общем, класс. А на стриме я что-то не заметил, то есть эта рамка и эта рамка для меня показались одинаковыми, то есть я не обратил на это внимания, но они разные. А, в эту рамку могут поместиться пушки только от данной ведьмы, то есть от Андромалиус. Например, если я сниму вот эту, так, где онлот, все, сюда я положить ее не смогу. Вот сюда я ее смогу положить в сокет. Все, ставим. Чем же они различаются? Как я понял, например, смотрите, у нас есть теперь 2 вкладки, то есть Common Soul Orb эффект и Class Soul Orb эффект. То есть теперь, например, у нас в пушках, если мы сейчас посмотрим, например, Soul Orb возьмем, допустим, Андромалиус, и, ну, также вот эта вот пушечка, которая у меня есть. Здесь у нас вот Common Soul Orb эффект появился, то есть вот с таким значком мы можем на нее нажать, и мы видим то, что тут есть какое-то описание, какой-то сад, какой-то эффект. Этот эффект определенной ведьмы ставится в эту вкладочку, и вот, он как бы работает. То есть сюда еще можно вторую пушку поставить с еще одним эффектом. А вот Class Soul Orb эффект — это обычный эффект с вот этой вот рамочки. И все. Вроде я понял все правильно. Но вчера, как только я захотел записать это видео, ну, то есть я вчера хотел записать это видео сегодня, в общем, то есть у меня уже готово, как вы видите, вот 3-звездочная уже пуха 40-го уровня, то есть да, я мощный, все-таки не совсем бомж. Я хотел сейчас апнуть до 4-й звезды и поставить ее вот в этот слот.
Но вовремя увидел то, что сюда можно поставить только пушку от какой-то ведьмы. В общем, так как я не бомж, у меня есть в металлах, так, зайдем сюда и сюда. В общем, у меня есть 4 сундука от разных классов, то есть сюда могу зайти и забрать все. И один общий сундук. Я, наверное, использую... Так просто не хочется использовать вот эти классы, хотя мне без разницы, наверное. Например, на приста зайдем, вот то, что мне нужно, вот это я выбью просто и зафулю и поставлю туда в Soul Orb. То есть у меня уже все есть, все готово. Но это как-нибудь в следующий раз. Сейчас я хочу просто себе зафулить пушку. Так, где моя пушечка? Классненькая, вкусненькая. Вот она. Аскинд. Давайте так сделаем. Раз, два, три. Аскинд. Ой, как это красиво, как это хорошо. Четырехзвездочная уже пушечка. Бемс, 4 звезды. Окей, теперь зайдемте в Soul Orb. Soul Orb есть, сюда. Разблокируем эту пушечку. Как же это классно разблокируется-то? Также мы аскиднем вот эту вот пушку. Давайте сделаем аскинд. У нас будет Soul Orb Андреса. Soul Orb Андреса нет, но пускай эффект у меня будет. Есть. Опа-бам, 3 звезды. Классненько. Блин, я сейчас смотрю на некоторых игроков. У них тут просто все пятизвездочное. Абсолютно все. У меня как бы все по нулям. Потому что я сам виноват, да, я не играл. Да, как-то так. А, подождите, этот стат... Да, этот стат учитывается. Вот он, от Андреса. Я думал, он учитываться-то и не будет. Класс. Осталось только сюда положить пушечку от Андромалиус. Усё. Также мы вчера с ребятами в Дискорде выбили вот этот вот скилл. К сожалению, эпика у меня не выпала, а без эпика как бы не работает ничем. Но если мы нажмем Аскинд, то у меня есть уже 6 книжечек. То есть мне еще нужно 5. Когда я соберу все, абсолютно все, то есть у меня уже будет готова и пушка, и книжки готовы. Я запишу видос, как я это все полностью фул качаю. То есть у меня будет все полностью фул вкачано, и мы протестим этот билд. Мне он очень-очень нравится, то есть сейчас он вообще не работает. Также мне понравился этот клакан Memory. Очень все классно, очень все празднично, классненько. То есть что-то заработал Зак, а тут Арта тебя встречает. В общем, класс, очень круто. Дальше, эвенты всякие, если мы зайдем сюда и сюда. Гоу, тут... Тут просто на все нужно потыкать, забрать все. Так, 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 так. В общем, ты только тут в плюсе. Все награды, которые тут есть, вот можно посмотреть. Короче, очень все классно сделано, мне нравится. Дальше здесь ежедневки можно забирать. То есть вы представьте, легендарная книга. Какой кайф, у меня как раз таки есть одна, и можно одну потратить, одну в коллекцию оставить. То есть у меня уже есть 7 книжек, мне еще 4 книжки нужны легендарные. Дальше. От арта мы можем забрать 3 карты, дальше смайлик, 1000 кристаллов, в конце сумме мы получим 50 токенов, 50, Карл, а это что? А, кристалл, какой он классный, я, блин, даже не заметил изначально. Дальше у нас появилась крафт рум. То есть вот эта вот комнатка для меня, она пока что загадочная, шучу, нет, практически. Тут можем все крафтить, каждая штучка дает какой-нибудь эффект, например, это мне дает МВТ СПД 40% и плюс 90 атаки на 3 секунды. То есть я буду прожимать, каждые 3 секунды мне плюс 90 атаки добавляется. И вот эта вот колбочка 185 хп дает на 10 секунд. Так, дальше, здесь мы можем все крафтить, то есть... Вот эти штуки, как мне сказали, они одноразовые. То есть ты их ставишь, плюс 35 деф подается, и все. Это интересно, это круто. Но пока что я бомж в этом. Дальше крафта, вот очень много можно все скрафтить. Здесь и здесь, как это все классно, елки-палки. Это все добывается с рифтов и с боссов, как мне сказали. Дальше. Вот это шняк, здесь мы все прокачиваем, типа талантов также. Такс. Короче, очень много всякой прокачки. Я просто хочу в будущем видеть, как у меня тут все будет просто вкачано. Все открыто. Это же так классно. И тут прокачка есть, и тут прокачка есть. То есть в этой игре ты хоть 100 лет качайся. Вот, в общем-то, тут еще есть эта штука. Хоть 100 лет качайся, ты не вкачаешься никогда. В общем, мне эта вкладка очень понравилась. Она очень классная. Дальше. Наша ферма, тут мои стухшие уже цветы, фрукты и так далее, потому что я в игру 4 месяца не заходил. Дальше, например, я с этим в шоп, мне
понравился дизайн. Некоторым он не понравился, я не знаю почему, но мне понравился. Он довольно-таки приятный. Раньше мне не особо он нравился, такой темно-зеленый был. Сейчас очень даже приятный. Так. Дальше. Что я тут заметил? Это вот этот вот кот необычный, блин. Питомца бы тебя. А, это же питомец, да, точно, тут белый скин. Это же оно. В общем, это автор рыбалка, блин, тут акул ловит всяких, еще что-то, кальмаров. Класс, я ему вчера дал порыбачить, отдал просто все, давайте заберем это все. И он мне выдал... Так, хрень какую-то. Но это все равно скриншочу. Да, фигню какую-то выбил. Блин, я ему столько заплатил. Какой-то отвратительный, конечно, лучше бы я сам порыбачил. Дальше Soul Hunter. Я наконец-то дождался того, то, что добавили новый трилл. И теперь в трилле можно выбирать карту, которая тебе упадет. Представьте, карта, которая тебе упадет. Ну, в большинстве случаев. Это же... Это классно, я не могу еще как-то еще это описать. Вау. И там теперь карт дается даже больше. На стриме я, конечно, этому сильно удивился. То есть откуда так много карт? Также мне очень понравился дизайн вообще всего. То есть карт... Видите, он более такой интересненький стал, прикольный. Также тут все стало очень красиво. Дальше мне понравился дизайн самих рун. То есть вот тут руны более такие красивенькие стали. Если мы затем, например, в руны сюда, где они? Да ёлки, дожми ты правильно. Forge. То есть вот, какие же они классные стали. Теперь эти, это как камушки стоят в рамках. А раньше были, наоборот, только рамки. А сейчас камушки в рамках. Да, точно, перелетел все. Елки зеленые. Еще я хотел на видос забрать вот эти вот карточки, где они у меня были. Где карта, эти вкусные карты, ну, вот. И садим сюда, это нам не нужно, но вот это нам очень нужно. Мы нажимаем уси, мы нажимаем максимум, 5 забираем. Дальше уси, тут у нас есть новые карты, которые у меня вообще нету. Вот, но мне нужен фуфур. Я забираю конфим. И крит дэмэдж, отлично, сейчас вкачаем. Если сейчас мы это вкачаем, это будет что-то чем-то. Давайте это локаем, unlock, точнее. Это наоборот, лок, апгрейд. Сначала картой, убрать галочку. Сначала картой, где моя карта, вот она. Апгрейд до 13-го, давай мне все звезды, пожалуйста. Спасибо. Где моя новая карта? Нужно новую. Макс НП, буду так, давайте вот эту и вкачаем. Апгрейд, XP пул, на фул, 9000 идет, но ничего страшного. И чекайте, сейчас просто 4 звезды будет, зачем, не знаю. А почему я так крит дамаг? Ну почему? И все, кстати, на ману ушло. Фуфур, атака на ману. Бляха-муха. Что мне с ней делать? Ну, давай сюда. Раз уж такое дело, мы ее и поставим. Кьюб, вот сюда. Тут крит дэмэдж стоял. Ну, пускай будет, да, атака стоять пока что. Ну, и сама карта мне, конечно же, очень сильно понравилась. Тут все такое в праздничном стиле, ну, практически все. Просто очень круто, очень классно. Мне очень нравится игра. Сильно преобразилась с моего последнего прихода в нее. Очень сильно. К примеру, сегодня до 6 утра сидел просто в игре, я не мог от нее оторваться. Я сидел там, что-то смотрел, что-то читал, играл и так далее. Это что-то с чем-то. Это очень круто. Я надеюсь, это видео не показалось вам странным, то, что я вот столько долго времени отсутствовал, и тут раз какое-то непонятное видео. Но, в общем, как-то так. Еще раз спасибо всем, кто был на вчерашнем стриме, спасибо ребятам из Дискорда, которые мне объяснили, что к чему. Блин, игра очень классная. Я говорю, как будто играю первый день. Ну, то есть она очень сильно преобразилась. Класс, мне нравится. Что ж, всем спасибо, кто посмотрел. Я надеюсь, вам тоже понравилось. Всем удачи, всем пока. Я думаю, видео по ней еще будут. Что ж, всем пока. Чуть не забыл, ребята, чуть-чуть не забыл. Смотрите, я с релиза... Ух ты, уже кто-то третий день сидит. Ёлки-палки. Я до сих пор твой смайлик не забрал, только второй день зашел. В общем, я еще с релиза игры хотел забрать вот эти вот замечательные смайлики. Я думал, что добавят какие-то новые смайлы, но... Нет, они уже как год стоят, и давайте их лучше сейчас куплю. То есть, пак стоит 7100, у меня есть 7200. Паком вроде на сотку дешевле, или вроде то же самое, я не помню... Уже не хочу уже считать. В общем,
Мы сейчас покупаем целый пак, и я просто осуществляю свою мечту. Давайте, 7100. Да, нет, с вот этим с маленьким купим. Так, 7100. Тратим. 7100 потратили. Накопление целого года. Ёлки-палки. Зато теперь у меня доступны все смайлы. Все смайлы. Давайте сюда все отправляем. Пускай позавидуют. А, два смайла подряд отправлять не зря. Ой, не зря, нельзя. Мысли. Ну-кась. Вот этот смайлик. Еще хочу отправить. Дайте еще отправить. Или тут... Да, тут кулдаун есть какой-то. И вот этот... А, какие они классные. Ура. Есть. Все, ребят. Я осуществил свою мечту. Теперь у меня есть full pack смайлов. Плюс еще сердечки лишние. Вот еще 151 сердечко есть. И еще 100 смайликов. Шо ж. Все, вот теперь точно пока. Всем пока, ребят. Ай, как это классно.